Друзья, всем привет! Сегодня мы опять тренировались с моим подопечным учеником. Алексей показал очень хорошие результаты. Мы сегодня изучали монеты, иконы, игрушки елочные, самовары, машинки, игрушки, статуэтки. В общем, очень много всего интересного. Боны, медали, часы. Алексей показал себя довольно-таки грамотным экспертом, уже можно сказать. И где-то уроков 10-15, и он станет действительно профессионалом. Частично, конечно же, потому что антиквариат подразумевает очень большие познания. Очень хочется отметить также и Михаила, и Алексея, два довольно-таки умных парня, потому что в отличие от многих показали действительно хороший результат. Вот Алексею понравился урок, он сегодня прошел двухчасовой, я отправлял фотографии. И мы разбирали, то есть здесь идет какой момент. Мы изучаем и скупку серебра, значков, почем мы можем покупать золото, картины, иконы, марки, ружья, сабли, кортики, фотоаппараты, часы. В общем, все, что связано с антикой. Ну вот как-то так, ребятки. Поэтому, кому интересно, у нас есть уроки нумизматики, антиквариата. И мы всех приглашаем.